В главном вузе Рыбинска грядут выборы. РГАТУ на пороге перемен. Уже в марте здесь изберут ректора. С 12 января начался прием заявлений от кандидатов. Правда, пока таковых нет. Как нам пояснил председатель комиссии Владимир Шаров, сейчас претенденты собирают документы. Собственно, время еще есть. Прием заявлений продлится до 6 февраля. Далее будет проходить согласование кандидатур в Министерстве образования, после чего кандидатов в ректоры допустят к выборам. Предположительно, они состоятся в начале весны 2015-го. Пройдут в форме голосования, где будет учитываться мнение не только научно-педагогического состава, но и сотрудников и студентов университета. Стоит отметить, что любой желающий ректором стать не сможет. В общих чертах это требование наличия ученой степени, ученого звания в обязательном порядке. Ну, понятно, что наличие высшего образования. Далее специфические достаточно требования по наличию дополнительного образования в четырех направлениях. Это по управлению персоналом, надо иметь специальную подготовку. Специальную подготовку по муниципальному управлению, специальную подготовку в области управления проектами и специальную подготовку в области менеджмента.